Через час Краснодар начнет звонить во все колокола. Благовестам верующие отмечают День крещения Руси. Акция «Слава тебе, Боже!» проходит по благословению патриарха Кирилла уже 5-й год. Колокольный звон накроет страну волной от Дальнего Востока по ходу солнца на запад. 12 часов дня после литургии во всех храмах Краснодара 15 минут будут звучать колокола. В память о событиях 988 года, когда равноапостольный князь Владимир принял крещение Константинопольской церкви. Именно он Русь языческую обратил в православную веру.